Эти насосы в буквальном смысле обеспечивают водой всю Анапу. Их заменили в мае текущего года, впервые за четверть века. В результате пропускная способность участка увеличилась примерно в 1,5 раза. Параллельно усовершенствовали фильтры, увеличив скорость их работы. Таким образом, весь курортный сезон в город и сельские населенные пункты вода поступала в достаточных объемах и надлежащего качества. Правда, осваивать новое оборудование пришлось, что называется, на ходу. Это оборудование требовало там и компьютеризация, электрическая часть новая, поэтому народ как бы к этому был не готов, но в процессе работаем, мы все это освоили и сработали. Тут 50 на 50. Без оборудования, да, нельзя было, но и участие людей, человеческий фактор немаловажен, как всегда в таких случаях. В эту лабораторию поступают пробы. В одной колбе обычная водопроводная вода, в другой – дистиллированная. После простейшего эксперимента на глаз определить разницу достаточно сложно. В ход идут точные приборы. Воду проверяют на содержание всех видов вредных примесей. Ежедневно по городу курсирует 4 бригады контролеров. После каждого контроля мы принимаем какие-то меры. Где-то у нас может быть чего-то не соответствует, поскольку трубы, которые на сегодняшний день эксплуатируются, проложены уже много лет. Вода, которую мы подаем в город, соответствует качеству и всем нормам Санпина. Я лично пью только нашу воду и сам лично из-под крана. Как видите, шив здоровый. По словам Александра Рощина, после окончания курортного сезона заменят еще часть оборудования. Его уже закупили. Модернизация позволит увеличить скорость и качество фильтрации воды.